Завершаются работы по благоустройству дворов домов 9, 11 и 13 по улице Институтской в микрорайоне Чекаловский. Там установили детскую площадку, заасфальтировали автопарковку и тротуары. Эти дворовые территории проинспектировал исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Горелов. В ходе осмотра он поручил доработать некоторые объекты. Приемки не было? Приемки еще нет. Ну тогда до приемки надо составить все замечания. Мы сегодня выехали на работы по комплексному благоустройству дворовой территории, Институтская 9, 11, 13. Проверили работу подрядчика. Она не полностью еще завершена, но в высокой степени готовности. На следующий день Сергей Горелов проверил подготовку к отопительному сезону на газотурбинной теплоэнергоцентрали «Щелковская», которая обеспечивает теплом 30% жителей нашего округа. Здесь прошли работы по увеличению подпитки закрытой системы отопления. Есть еще определенное количество ветхих сетей, да, и немалого диаметра, которые в случае порыва могут данный объект просто отключить. Да, то есть по низкому давлению у нас остановится циркуляция, остановятся котлы, и мы не сможем обеспечивать ни отопление, ни горячего водоснабжения. Вот. Чтобы этого избежать, вот, проводится модернизация данной установки. Затем исполняющий полномочия главы округа посетил Щелковскую теплосеть, откуда происходит управление всеми котельными округа. Подготовка к отопительному сезону будет продолжаться до конца июля. Екатерина Сусенко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».